В селе Чапаево Кумтаркалинского района было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением брюшной полости. Полицейские выехали на место и в ходе оперативных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался местный житель. С его слов, во время распития спиртных напитков между ним и погибшим произошла ссора, переросшая в драку. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Сидели с братом, брат пришел в гости, бутылкой водки, сидели, пили, выпили, чуть получилось, замечание ему сделал, чуть конфликт получился, подрались, короче, в ходе драки, не мог с ним успокоить его, домой отправить, ударил его ножом один раз, после чего он ушел. В последующем что происходило? Вы как узнали о его смерти? Порезался и... Он работал и лег спать. Потом утром постучались брат там с полицейскими. Он их узнал. Ну, когда вы нанесли удар ножом, вы не пытались ему оказать помощь как-то? Или... Он просто после этого ушел. Я посмотрел за ним, он сам ушел, закрыл ворота и ушел.